Важным элементом благоустройства является уборка городских территорий. Данные мероприятия производятся с целью поддержания в чистоте и порядке дворовых территорий, газонов, дорог и других элементов городской инфраструктуры. Активную работу в этой сфере ведут работники МБУ службы благоустройства. В ежедневном режиме у службы благоустройства работает 25 человек и порядка 10 единиц техники. То есть мы планируем, согласно графиков, выполнить уборку автомобильных дорог и парковых зон. У меня огромная просьба к автомобилистам нашего города не бросать автотранспорт на автомобильных дорогах. 5 апреля на центральной улице Десногорска от Бродвея до УТЦ проводилась плановая уборка территории общественного назначения, в ходе которой была выполнена очистка дорог и тротуаров, пешеходных зон, бордюров от листвы и мусора.